В Люберцах стартовал муниципальный этап всероссийского конкурса «Педагог года 2024». На звание лучшего в своей профессии претендуют воспитатели и учителя, которые работают в детских садах и школах городского округа. Об открытии ежегодного проекта и его участниках наш следующий сюжет. В актовом зале лингвистической школы представители педагогической общественности городского округа Люберцы пришли поддержать коллег, которым в ближайшие месяцы предстоит сложная и интересная борьба за звание лучшего педагога. Начинаем мы этот конкурс в завершении 2023 года, который объявлен президентом Российской Федерации как год педагога и наставника. Это очень важно, что именно вы, дорогие участники 2023-2024 учебного года, изъявили желание и вызвались поучаствовать в таком замечательном профессиональном конкурсе. Всем желаю здоровья, удачи и, конечно же, победит сильнейший. А сильнейший в данном случае, я всегда об этом говорю, кто бы то ни был представитель учреждения конкретного, победит всегда люберецкое образование. В проекте участвуют 35 педагогов, 14 сотрудников дошкольных учреждений и 21 учитель. Среди конкурсантов Елена Кузнецова. На протяжении 17 лет она преподает английский язык. Последние 6 лет работает в школе номер 54 поселка Октябрьский. Совсем недавно я была на форуме классных руководителей и познакомилась с коллегами, которые принимали участие в этом конкурсе. И я подумала, я бы тоже хотела попробовать свои силы. Да, я знаю, что это очень сложно. Когда мне предложили, мне показалось, что мне оказали большую честь. Каждый участник выступил перед членами жюри и коллегами с небольшой самопрезентацией. Этот этап ознакомительный, за него баллы не выставляют. В конкурсную часть войдут открытые уроки, классные часы и педагогические мастерские. Имена победителей в двух номинациях станут известны в январе 2024 года. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.